فاهمين ثم من بعد نتبع هذاك واش يدير. كي كيصبر على الوجه يعني بصح ماشي شرط انك تمشي انت بالوجه. ما يكشفكش. Командир усиленной мотострелковой роты, капитан Волков Евгений Владимирович. Сегодня усиленная мотострелковая рота выполняла ряд тактических задач, таких как поиск и обнаружение незаконных вооруженных формирований, блокирование указанного района, действия штурмовой группы по зачистке данного района, а также уничтожение противника отходящего и воспрещение подходов резервов противника. Все задачи выполнены были совместно с вооруженными силами Алжира. Первоначально были языковые трудности, но мы их успешно преодолели. Сделали сигналы управления жестами, и это помогло выполнить задачу на оценку хорошо. Командир взвода Бадис, командир механизированного взвода, старший лейтенант. فيما يخص المهمة التي كانت توكل إلى فصيلتي الفصيلة الثالثة في هذا التمرين هي مهمة الاقتحام ولقد تمت عملية الاقتحام بسرعة حيث كانت هناك سرعة كبيرة في التنفيذ وفي غزارة النيران تم القضاء على المجموعة الإرهابية والذهاب إلى منطقة التجمع. сегодня он выполнял штурм местности. И после чего они осуществляли зачистку района и ликвидировали незаконное вооружение, незаконные бандформирования. فيما يخص التنسيق فلقد كان جيد جدا حيث تجاوزنا حاجز اللغة وذلك تجلى من خلال تنفيذ الأوامر من طرف الأفراد أفراد الجيش الروسي وأفراد الجيش الجزائري. Что касается взаимодействия между российской и алжирской стороной, то оно было на высоком уровне. Им удалось преодолеть языковой барьер. Тем самым не было никаких проблем с тем, чтобы назначать личному составу, определять задачи и отдавать приказы.